Всем привет, с вами Нидерамос, и мы продолжаем беглый такой осмотр альфа-версии Crash Bandicoot. Мы добрались до второго острова. И что у нас тут интересного? О, уровень Дедос Сити. Я знаю, что тут. Уровень Sunset Vista будет вообще жесть какой. По сложности гораздо выше. Уровень сложности. Уровень будет. Чем, например, уровень скользкий подъем был, помните? Который сам по себе в финальной версии считается, по-моему, самым сложным уровнем из тех, что существует. В самой игре. Опа, улетел. А, все. Сейчас этим штуку вообще плевать. Это вроде так работает. Да. О, бонус Брио. Интересно в него заглянуть. Прошлые не... у нас не существовали, скажем так. Паники, прыгаем. О. Здрасте, приехали. Сверлился. Опа. Ничего себе. Портрет доктора. Умираешь, гад? Тормозить стал. В шоке от того, что происходит. И есть. О. Ага. Смешно. Гениально меня так заспаунили. Ладно, не полезу за этим ящиком. Он заметно сложнее. А, здрасте, приехали. Забавный такой. Забавные такие прыжки. Так. А, эти здесь угорают. Так понимаю. А, я не могу себе пройти. А. Я споткнулся к кого-то. А, ну здесь, естественно, ничего нет, потому что я, как самый умный человек, не пошел за кнопкой. Поэтому в уровень доктора мы, скорее всего, не попадем. Ой, да ну, куда подальше. А что в тебе? Еще и в яму. Не-не-не. Ты понял, тут если идти на заднем плане, точнее наоборот на переднем, то они не реагируют. Как они. Я вообще попаду? Попаду. О, давай. Я хочу собрать ящичек. Но в ящичке ничего. Туда. И там ничего. А, нет, смотрите.
Я думал, они меня не касаются здесь. Они тоже меняют свою плоскость движения. Так, вот это сложный уже будет прыжок. Из-за вот такой суперскорости их реагирования. Хотя, с другой стороны, вот такой момент немножко облегчает. Все три вида портретов здесь есть. Ну, уровень пройден. Второй уровень. На этом острове. Что он нам покажет? Что-то, видимо, да покажет. Что как игра подтормаживает, я ничего не понимаю. Что за монстры уже? Ерунда пошла. Что-то вообще забыл, что надо двигаться. Просто остановимся, разлюбуюсь на окрестности. О, сколько вумпы. Который, в принципе, как был, так и есть. Портрет. На голову прям. И бомба. О, это мгновенно активируется. Я даже шагнуть успел. Уже приехали. О, портрет. Чуть я тут больше ни один монстр не пройду, в принципе, с такой их сложности. Да, но у них, у этих штук, да, повторная активация очень большой такой промежуток. В финальной версии там раза два он успел бы за это время прожечься. Нет, куда, почему? Зачем я так сделал? И вот здесь. Да, Вумпыч нам подсказывает. Знаете, вот эти штуки ломать особо сильно не буду. Все равно смысла нет. Другие мы никогда не получим. Эх! Есть. Есть, есть. О, я чуть не скинул. Или чуть не уронил. Какого? Простите. Черта, это произошло. Такая ерунда не должна была случиться. В оригинале здесь, по-моему, два ящика слева и один справа. И все три из жизни были. Нет же ж, куда ж так годится? Оп. Ладно. Чтобы времени много сильно не тратить, будет сохраняться почаще. Ну вот и выход. Я чуть было опять не умер. Тупизм был бы умереть на выходе.
не вышли еще один водный уровень. Впереди запас водных уровней уже закончился в игре. Оу. Ну, здрасте ж, приехали. Как так-то? Ох, 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 ох. После первого же. Это нормально? Что мне кажется, что здесь это считается нормальным. Упороемся вместе с Низерамусом. Куда ж тебе так? Да куда ж тебе так? Вот так это должно было быть. Ты поначалу нам неплохое такое преимущество от камня дали по расстоянию, но он как-то почти не приближается, гад. Платформу пинают. Под зад этот большой больной булыжник. И этот уровень, в принципе, как был, так и есть. Чей наоборот, как... А, ну да. В оригинале он как был, таким и остался. Ну, рад, что к нему подрисовали вот этот финальный сгусток потом, ну, где дорожку с гемом, которой тут нет. Ну, прям в двух шагах от этого уровня, следующий. Начинается. О, Sunset Vista. Жестокость. Да здравствует великая жестокость. Это жесткий уровень. Мы будем долго проходить, я думаю. Ничего нет? Хорошо, что мы по поводу ящиков не паримся сейчас. О, здоров, мужик. Да, начало, кстати, очень похоже, по-моему. Куда ж ты ж меня топишь? Вот не буду париться по поводу этих всех фруктов. Сюда заходить, в общем-то, тоже смысл ноль. Да куда ты меня трогаешь? А вот маски здесь не хватает. Будем сохранять все чуть ли не на каждом шагу. Умные гады. Но кто умнее? Конечно, бандикут умнее, чем стая бешеных летучих мышей. Ха-ха. Забавная такая ловушечка. Или подляночка, сказать. Не-не-не. С самого начала я не готов переигрывать. Блин, прыжок там вообще такой знатный. Надо сделать. Ух, буш, и все. И вот. О, я же сюда попал.
оригинале здесь, по-моему, мышей не было. В этом месте. Эх, никакой маски там нет. А, так. Она просто идет. Это просто двигается. Как так-то? Не-не-не. Сюда. Вот этот этап здесь заметно легче сделан. Там огонь нам столько времени на раздумье не дает. Как я промахиваюсь по этому чекпоинту? Нет. Был довольно сложный момент. Так, знакомые прыжки. Замечательно. Здесь, кстати, походу нет никаких бонусов. Отлично. Так далеко можно туда зайти. И никто никогда не скажет, зачем. Вот дашь ты. Да чтоб тебе. Хитбоксы тут какие-то странные. Реагирующие. И как туда догадались маску запихнуть? Ой-ой-ой. Поднимаемся наверх. В оригинале это уже почти конец уровня. Ну там маленький кусочек остается, это последний кусочек. А тут это. Ух ты, чтоб тебе. Не трогать меня. Ну там ничего нет. И там ничего нет. Вообще ничего нет. Да, похоже с тем где-то было. Откуда они вылетают? Они вылетают не оттуда, где летучая мышь висит. Оу. Фух, система какая. Не, видите, просто работает. Какого? Хе.
обманула. Сложные моменты. Я это сделал. Летучие мышки как-то криво висят. Скажем честно. Откуда они летят? Ну да. Это как было. Так и осталось. Вот эта ловушечка тоже. Разве что мышей не было. Ухо-хо-хо-хо-хо-хо. Ху-ху, ничего ж себе выдумали. Еще и тайминг разный. Я ж обалдеваю от этих таймингов, честно сказать. Ой, ага. Хоть что-то меня спасло. Хоть один нормальный кирпич, который не захотел моей смерти. Подъем как-то выглядит посложнее уже. Как минимум, потому что в оригинале этой части уровня уже не было. Там уже конец уровня был давно. А тут это только самая развязка. Ух ты, длинная какая. 5 минимум, то есть 6. И 5. О, видите, какая хреновина. Если с таймингом не повезет, то как ее вообще проходить? Благо, они тут восполняют все-таки долго. Так, времени дается более чем достаточно, на первый взгляд. Я пережду здесь. Поток летучей мыши. Это что такое? Это куда он? А, даже такие тут головы эти. А, это они вот так вот. Нет, согласитесь, очень такой сложный уровень. Если бы вот в таком виде оставили, он бы явно был самого сложного в игре. Хоть, конечно, он уже пройден, но все равно в разы сложнее оригинального. Я бы на него в таком случае явно не одну серию убил бы. Что у нас здесь? И кто у нас здесь? А! Пасть тьмы. Или челюсти тьмы. В принципе, знакомый уровень. Я даже не знаю, изменен он чем-нибудь или нет. Я единственное, что помню, точно это Sunset Vista. А больше я... И
из тех уровней, что доступно таким простым путем, не знаю никаких. Прыжочек. Еще прыжочек. О, как вода вот. Ее поставили выше, чтобы она все равно опустилась потом. Ну зачем так было делать? Угораете, гады. Не угорает надо мной. Да, и вот здесь есть такие. Эти шипы, которых в оригинале не было. Ну, в финальной версии. Да ладно. Жизнь у нас катастрофически просто мало. Поэтому умирать там вообще нельзя. Вот где мне нужны были бы мои те жизни. О-хо-хо. Так, а как тут? А, ну все, такой момент. Что? Тут дырка? Ха-ха. Вот подлянность. 5 ящиков. А, стоп. Мне нужна... Нужна вот эта... Вот этот портрет, короче, нужен. Говорим простым языком. Стараемся, по крайней мере, на русском разговаривать. Уи. Ух ты, сколько там дверей. А. Их сколько же, столько же, сколько и был. Мне показалось, что просто они все вместе 4 штуки эти. Отличность. Куда без меня? Наглость такая. Никуда не годится. Погодите. А вдруг там портрет для бонуса? Я же не могу просто так уйти с уровня. Знаю, что я мог пропустить портрет для бонуса. Нет. О, они тоже пищат. Забавно. Не знал, что у них тоже таймер есть. Так, а здесь есть? Тут идти есть. И здесь, да? Да. Засекретили бонус этот. Я все, его нам надо пройти. Я его не пройду. Там уже был, нет? Нет, я... Давайте еще один раз попробую. Ну, значит, нет, так нет. Все. Я понял. Игра, я тебя успешно понял. О, здорово. Тух-тух-тух-тух. Просто будем очень часто сохраняться, потому что 5 жизней это мало. Нет, я бы сюда действительно все эти жизни, с которыми я ходил в оригинале. Ящик такой гордо одинокий в конце. Куда меня? А, я думал там игра чуть подвисла. Обычно вроде уровни на красных точках, а там красных точек я не видел. А, окей. 5 здоровья у нее. Сколько у нее в оригинале, кто помнит? Кстати, эта хрень, по-моему, только чем сложнее идет. Хотя я не помню. Ну,
Конь, яйца, год. Ха. Я мог промазать. Тут еще самому прицеливаться надо. Я не был готов к таким сложностям, игра. Пощади мой разум. Отлично. О, поймал. Почти. За эту маску я должен еще двоих убить. Нет, так не годится. Что такое? Под зад. Пинка. Он просто разносит. И ждем. Отлично. Жесткий босс. За последний тут волна, когда он три бомбы ставит. Ну, три. Это второй остров Родин. Поэтому мы на этом заканчиваем серию. И я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих видео.